этом видео вы увидите прятки в лабиринте, новую часть. Ну что ж, погнали! Привет, я повар-обезьяна. Если ты не хочешь, чтобы я съел тебя, поставь лайк и подпишись на канал за 3 секунды. 1, 2, 3. Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Зомбак. Сегодня у нас будет новая часть «Пряток в лабиринте», одной из самых ваших любимых рубрик на канале. Не забудьте поддержать лайком, чтобы вышла новая часть с другими персонажами. Сегодня у нас вот такие герои. Это у нас Ванесса Аниматроник, злой персонаж. Позитифон, или же Пози. Это у нас ребенок «Длинные ноги». Человек за окном. Это у нас белая тучка, синий радужный друг и солнце и луна. Сегодняшние лабиринты будут очень необычными, потому что в них будут скрываться, помимо добрых и злых персонажей, бандиты. В каждом из этих лабиринтов спрятан бандит, и нам нужно будет их найти. И я разнообразил ролик, позвал сегодня определенного гостя нашего эфира. Это Влад А4. Привет, Влад. О, здорово, ребяточки, всем привет! Сегодня я буду помогать Зомбаку искать бандитов. Я позвал сюда с собой команду полицейских. Они будут следить за всеми, кто, чтобы никто не сбежал. Я буду ходить и патрулировать тюремные камеры. Отлично, ребяточки! Итак, я думаю, вы поняли, с нами сегодня будет Влад А4, который будет вместе с полицейскими следить за всеми, кого мы найдем в лабиринтах. Ну что ж, погнали, и мы будем смотреть все эти 7 штук лабиринтов, чтобы никого не пропустить. Ну что, погнали в первый лабиринтик, у нас красного цвета с Ванессой. Нам нужно найти Ванессу и найти ее, поймать, посадить в тюрьму, а всех остальных уничтожить. Так, идем сюда. Опа, бандит! Это первый бандит, ребят, его надо тоже ловить. Я его поймал, отлично. Его мы в конце посадим в тюрьму. Так, отлично. Опа, здорово, аниматроники. Это у нас Чика. На-на-на-на-на, получай. Фух, я думаю, надеюсь, вы все поняли, ребят. Новые правила тут, помимо вот этих вот основных и повышенных персонажей, еще и появились бандиты, которые прячутся в этих лабиринтах. Так. Давайте возьмем меч и его замутузим. А, стоп, подождите! Я чуть не замутузил, это же Ванесса! Ее не надо бить, ее надо поймать. Все, отлично. Телепортируемся обратно, ребят. Ванесса это один из... Ну, это главный персонаж лабиринтов. Ее надо поймать, посадить в тюрьму. Так, отлично. Смотрите, первая камера для Ванессы. Садим ее сюда. А бандитов мы будем сажать вот в эту основную большущую камеру. Так, все, первый бандит пойман. Здрасте, полицейский. Да, здрасте, спасибо, Зомбак, что помогаете нам. У нас с тюрьмы убежало очень много полицейских, надо их всех поймать. Да, хорошо, спасибо большое. А сколько всего бандитов убежало? Там 7 штук было, в каждом лабиринте по одному бандиту спряталось. Окей, хорошо, мы их всех найдем. Влад А4, смотри, я привел уже первого бандита, и там еще Ванесса. Ты патрулируй, ходи, смотри, чтобы они не убежали, хорошо? Окей, хорошо, Зомбак. Все, отлично, отлично. Мы идем дальше, мы только первый лабиринт посмотрели. У нас еще впереди очень много интересного. Досматривайте ролик до конца, мы сегодня всех посмотрим. Ну что ж, Позитифон, это добрый персонаж, которого просто нужно спасти, найти в лабиринте. Его окружает много разных монстров. Ё-моё, это ж этот... Эй, мужик, остановись! Так, на тебе, получай! А, патроны, патроны закончились! Быстрее, мечом! Так, давайте закроемся. На тебе, получи, отлично! Фух, сложный, сложный чувачок был. Здорово, Хелпи, приветик! Я тебя сейчас как победю! Отлично! Отлично. Не забываем, что, ребят, где-то в лабиринтах еще прячутся бандиты. Так что это надо учитывать. Сразу же надо их тоже искать. Так, берем. Опа, хаги-ваги, здорово. Нам нельзя пропустить ни одного бандита, иначе придется заново лабиринт проходить. Так, в оранжевом лабиринтике здесь нету. А, Кисси-Мисси, ты че выпрыгиваешь так? У меня сердце в пятки ушло. Ты что пугаешь? Так, давай-давай. Отлично. Берем, короче, пулемет, наверное, и идем. Это чё? Мне кажется, или я знаю, кто это. О, Позитифон, здорово, дружище! Да, здорово!
Привет, привет, давай я тебя сразу же с собой возьму. И мы еще нашли бандитика. Привет, в масочке чел. Привет, бандит. Че, думаешь, убежал, что ли? Вам придется пройти со мной. Забираем бандита с собой, телепортируемся обратно. И мы, па-па-бам, вернулись. Пози мы освобождаем. Позитифон невиновен, его в тюрьму сажать нельзя. Позитифон вообще крутой. Ребят, если вы тоже любите сорить пози, напишите в комментариях, пози крутой, и поставьте лайк. Давайте узнаем, сколько нас таких. Так, отлично, а бандита мы сажаем в центральную камеру. Он будет сидеть здесь под надзором полицейских и Влада А4. Кстати, напишите в комментах, кто круче, Пози или Влад. Влад А4 или Позитифон. Или Глент может быть крутой. Так, ну что, идем дальше, ребят. Ребенок, длинные ноги, вот этот вот желтенький чувачок. И мы сейчас заходим. Ага, его мамаша. Мама, длинные ноги, огромный монстр. Ну давай, смотрите, какое у него пузо огромное. Большущий, большущий монстрик. Так, проходим сюда и... Опа-на, здорово, привет. Хаги-ваги на собачке. О, я там, кажется, видел папу его. Папа длинные ноги, да? Да, смотрите, какой худенький, длинненький. Опа, бандит! Здорово, бандита поймали, отлично. Сейчас я быстренько перезаряжу здесь пушечки, потому что мне нечем стрелять уже по этим злодеям. Бандита мы в желтом туннеле, в лабиринте этом нашли. Это очень хорошо. Осталось найти только ребенка длинные ноги. Он тоже у нас злой, к сожалению, персонаж. Его надо будет посадить в тюрьму. И кажется, я его нашел. Вот он, друзья. Ловим. И возвращаемся обратно. Отлично. Отлично, друзья. Это у нас здесь кто? В любом случае он садится вот сюда в тюрьму. Бандит. И, наверное, сынуль мы также посадим сюда. Все, отлично. А у нас еще осталось две камеры и еще очень много лабиринтов. Ну что, мы всего только три посмотрели, еще четыре впереди. За такое подписочку оформляйте, ребят, на канал. Нас скоро 500 000 подписчиков. Ну что ж, человек за окном, и мы идем в зеленый лабиринт. Опа, на. Здорово, Балди, привет. Нам нужно найти человек за окном. Он где-то прячется в этом лабиринтике. Опа, миньон-зомби. Здорово, ай-яй-яй-яй-яй. Всех, кто не подходит, те, кто не на картинке, нам нужно просто победить, ну, то есть уничтожить, да, а остальных поймать. Опа, я нашел бандита, а здесь у нас миньон ниндзя. Здорово, ниндзя, привет. Так, бандита мы поймаем с собой, а тут еще дальше идем. Здесь, вот он, человек за окном, друзья. Ловим его, забираем и возвращаемся, отлично. Давайте мы посадим, наверное, в тюрьму сюда у нас бандита. А в следующую уже капсулу посадим нашего друга человек за окном. Ты теперь реально за какой-то... Ты не за окном, ты за решеткой. Вот так вот тебе. Все, мы идем в следующий лабиринтик, друзья. Это у нас лабиринт синего цвета, точнее голубого, синий следующий. И здесь у нас добрый персонаж, один из двух всего лишь добрых. Это белый тучка. А, ну что, давайте зайдем. Опа, на, буковка F. Здорово. А! Из алфавита, ребята, сбежал из алфавита буква F. Очень злая. Так, проходим дальше. Не забывайте, ребят, нам... Опа, еще одна буковка. Нам нужно в каждом лабиринте искать. Ох, не зря я сюда завернул. Бандит, привет. А я тебя заберу с собой. Ребят, у меня заканчиваются патроны. Я предлагаю сейчас перезарядить пушечки. А давайте я сейчас их быстренько перезаряжу с вами. Так, вот видите, да, у меня зеленые полосочки должны быть. И пойдем, тут у нас буква А убежала. И там еще Соник стоит, что? Так, о, это Соник Экзи! Нет, это не добрый Соник. Ну-ка тебе, получи, давай. Отлично, проходим. О, Тучка, привет! О, здорово! Здорово, здорово, пойдем со мной. Мы можем телепортироваться обратно. Отлично, вот эта штука, она телепортирует меня к точку спавна. Я вот здесь спавнпоинт поставил, чтобы я просто вернулся обратно. Так, ну что ж, давайте мы теперь поставим бандита. Бандита мы поставим сюда, куда-нибудь с этими всеми. А нашу добрую и самую лучшую тучку освободим, и она теперь свободна. Ура, мы нашли наших добрых персонажей. Осталось всего два лабиринта, друзья. Это синий радужный друг и солнце и луна аниматроник. Ну что ж, ух, самое интересное впереди, погнали. Так, здорово, здорово, розовый, приветик.
Привет. А, я перезаряжаюсь, подожди. Так, давай, зажали. Еще немножко, давай. Найс, отлично. Проходим сюда или сюда? Давайте сюда пойдем. Опа, нашел тебя. Отлично, я могу даже сразу посадить, ну ладно, потом. Так, погнали, ребяточки, идем дальше. Опа, радужные друзья, да, у нас здесь красненький, коричневый, да. Здесь у нас целая компания этих радужных друзей. Ладно, сейчас мы с вами справимся на легком, просто на изикаточке. Нам нужно кого найти? Синего, да? Ну окей, всех остальных мы просто побеждаем. Я там чей-то меч вижу, это, наверное, с розового бандит. Я кого-то заспойлерил. Так, я не сюда иду. Не иду ни сюда. А вот и синий, друзья, нам его просто нужно поймать, не дать ему себя прибить. Ай, все, отлично. Возвращаемся обратно. Садим синего. Так, сперва бандита давайте посадим сюда. Мы нашли уже 6 бандитов, всего один остался. А нашего друга синего садим сюда. Отлично. Фух, друзья, ну что ж, самый последний лабиринт розового цвета. Вы посмотрите, какие они длиннющие, просто бесконечность. Солнце и луна розового цвета, аниматроник. Идем, не тянем, погнали. Опа, солнце. Но это не то, немножечко, нам нужен их, так сказать, объединение, солнце и луна вместе, а это просто солнце. Так, идем дальше. Так, отлично, проходим. Здорово, луна, ты тоже не то, что мне нужно. Еще одно солнце. Так, может быть здесь бандит? Нет, не здесь, а! Ты че нападаешь со спины? Так нечестно, так не делай. Так, идем, проходим. О, он летает! Солнце и луна умеют летать! Ё-моё, здорово. Привет, а ты меня... ты куда? А как мне тебя достать? Я тебя вытащу. Ты там в блоке застрял, что ли, поэтому летаешь? Ага, ну хорошо, давайте починим. И... опа, бандит! Здорово, я тебя забираю с собой. А мы телепортируемся обратно, друзья. Кстати, я только сейчас понял, что я занял все... А, нет, не все камеры. Вот у нас, ребят, свободная камера. Так, сюда мы... не того! Сюда мы... туда мы посадим нашего друга Солнце и Луну. Сюда мы садим Солнце и Луну, а здесь у нас все бандиты. Ох, какая красота, друзья. На этом... в принципе, все. Вот такие получились лабиринты гигантские. Мы посмотрели абсолютно все, нашли всех добрых и злых персонажей, спасли Пози и белую тучку. Влад А4, все в тюрьме, да? Да, спасибо большое, собак, ты самый крутой, ты справился. Ребяточки, всех посадили в тюрьму. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. С вами был Зомбак, увидимся в следующих сериях. Пока-пока! И снова привет! Нажимай на эти видео, иначе я приду к тебе ночью!